Каждая выставка в рамках проекта «Арт-пространство библиотеки» – это маленькое открытие в прямом и переносном смысле слова. Горожане открывают для себя новые имена, свежие идеи, необычные интерпретации обычных, на первый взгляд, вещей и событий. И таким открытием для многих стало имя астрономической художницы Инны Болундь. В середине зимы ее вернисаж «Солнце, кофе, ветер, детства» окунул зрителей в лето, подарил позитивный настрой с легкими философскими нотками. У нас это четвертая выставка, такая импровизированная маленькая галерея у нас, где читатели могут не только взять книги, но и посмотреть картины. Конечно, и горожане могут, и гости города, конечно, увидеть картины, познакомиться с творчеством дизайнеров, художников, музыкантов. Как оказалось, Инна Болундь больше известна за рубежом как иллюстратор и художница. В ее активе добрый десяток выставок в Москве, Астане, Лондоне, Нью-Джерси и, конечно же, белорусском Минске. Первая персональная экспозиция в Бресте прошла в 2016 году. Сегодня стиль Инны Болундь узнаваем. В год художница пишет порядка 20 картин, участвует в различных арт-проектах в стране и за ее пределами. А вот главные вдохновители, признается мастер, это ее сыновья. Бывает, не все можешь уловить, а был какой-то момент, ты его запомнил, и он тебе как-то таким показался очень важным. И я стараюсь его потом запечатлеть в картине. С другой стороны, допустим, другой вариант. Вот сейчас там день такой холодный, немножко такой морозно, немножко хочется тепла. И тогда вот думаешь о чем-то ярком, о чем-то теплом, какой-то другой стране, о каких-то там других вкусах, красках. И получаются другие картины уже, более яркие. Это как выход из этого вот нашего мира, куда-то там что-то такое далекое. Талантливый человек талантлив во всем. Эта фраза как нельзя лучше подходит Инне Болундь. Детское увлечение рисованием стало частью ее жизни всего 10 лет назад, когда Инна стала иллюстратором серии книг «Аманда Панда» американской писательницы Донны Финч. И сегодня художница с удовольствием наверстывает упущенное. А вот холст и масло пришли в творчество Инны Болундь в 2011-м. И, похоже, надолго. Я, скажем так, достаточно недавно нашла себе, поняла, что это вот моя дорога, мое призвание, и как ничего больше в жизни я не хочу. И я хочу продолжать развиваться в этом направлении, совершенствовать как свои умения, чтобы картины становились ярче, четче, более детальнее где-то, и также найти какие-то для себя новые варианты изображений. Ну, вот, не только там реалистичные, но просто то, что новое, открыть новый для цвет, новые сочетания цветов. Сегодня работы Инны Болундь в рамках выставки «Солнце, кофе, ветер, детства» можно увидеть в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина. Работы пробудут там до 11 февраля. Ирина Альшова, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».